Мне хотелось бы объяснить вам кэнсубури. Среди базовых комплексов с мечом, которым учил О-сенсей, были кинсубинатачи и 5 кумитачи. Кумитачи очень сложны, поэтому для их правильного освоения вначале необходимо освоить 7 базовых субури. Я сформировал 7 субури, выбирая движение из 7 кумитачи. Вы должны полностью овладеть субури перед изучением кумитачи. Сейчас я покажу вам субури. Первое субури. Объясняю первое субури. Все кумитачи в айкидо начинаются с позиции, в которой меч удерживается напротив центра в горизонтальном положении. Первое субури представляет собой важное упражнение для владения решительным движением меча. В конце движения меч возвращается в исходное положение. Второе субури. Объясняю второе субури. Во втором субури важную роль играет движение бедер для перехода в положение ханми, в котором и заканчивается второе субури. Это необходимо для того, чтобы избежать ситуации аи-учи, то есть ситуации взаимного убийства. Это движение характерно для айкидо. Если бы бедра не были развернуты, то в реальной ситуации это привело бы ко взаимному убийству. Разворот бедер очень важен. Его можно увидеть на старых фотографиях О-сенсея. Третье субури. А теперь более подробно о технике третьего субури. Оно используется в кумитачи и в кинсубинатачи. О-сенсей говорил, что выполняя это движение, мы должны чувствовать слияние со Вселенной, собирая ки космоса на острие меча и вдыхая его через нос прямо в сейко-танден. В этом положении мы не поднимаем плечи и меч. Наоборот, мы несколько опускаем бедра и расслабляем опущенные плечи. Удар производится из-за головы, что придает ему дополнительную силу. Это неправильное движение меча. Заведите его за голову и нанесите нисходящий удар с большим шагом вперед. Четвертое субури. Теперь я объясню четвертое субури. В айкидо мы не делаем различий между правым и левым. Неважно, в какой позиции, правой или левой, мы находимся. Главное, что меч и тело действуют заодно. Пятое субури.
Пятое субури – это движение, которое наиболее часто используется в кумитачи. Из правой ханми мы поднимаем меч с правой стороны таким образом, чтобы защитить тело, и наносим удар сверху вниз, заканчивая его одновременно с переходом в левую ханми. Из левой ханми мы поднимаем меч с левой стороны, защищая тело, и наносим удар сверху вниз с переходом в правую ханми. Полностью перемещайтесь вправо и влево при выполнении кумитачи. В субури мы практикуемся в принятии правой и левой ханми. Шестое субури. Теперь я объясню шестое субури. В этом субури мы начинаем из положения с мечом, занесенным над головой, а затем выполняем тычок. Это одно из упражнений, включенных в кино-субинатачи. Мы отражаем правый шоумен-учи противника и немедленно наносим тычковый удар. Это суть шестого субури. Седьмое субури. Теперь я объясню седьмое субури. Седьмое субури используется во втором и в четвертом кумитачи. В этом движении наш удар сверху парируется вниз, а мы освобождаем свой меч по дуге и наносим тычковый удар вперед. Когда противник отклоняет наш удар вниз, мы всегда используем этот вид контратаки. А теперь я выполню полную форму всех семи субури в различных направлениях. Первое субури. Второе субури. Субури. Четвертое субури. Пятое субури. Шестое субури. Седьмое субури.
А теперь я объясню вам выполнение кумитачи, которые являются парными упражнениями с мячом. Эти кумитачи были переданы нам о-сенсеем именно в том варианте, который я вам покажу. Мы точно не знаем происхождение этих упражнений. Как бы то ни было, именно в такой форме Уэсиба объяснял мне выполнение кумитачи. Эти кумитачи могут быть адаптированы к технике тай-джитсу. Необходимо всегда держать в уме технику тай-джитсу, выполняя кумитачи. Основатель учил нас их многочисленным вариациям. Мусуби но тачи. Я объясню. Все упражнения айкидо начинаются с упреждающих движений. Тай-джитсу, техника меча и палки, начинаются с упреждающих движений. Этот тип движений представляет собой суть айкидо. Мы можем изучить это, практикуя упражнения с мечом. Мы оба поднимаем мечи над головами, принимая исходное положение. В этот момент мы устанавливаем контакт с ки-вселенной и начинаем испытывать ощущение му-ши-но-тачи, такое же, как и при сидячей медитации дзен. Противник атакует, я ухожу вправо и контратакую. Когда он поднимает свой меч для новой атаки, я наношу тычковый удар снизу, опережая его действие. Я уклоняюсь влево от его следующего удара и наношу рубящий удар. Он делает шаг назад, занося меч за голову. Я атакую его запястье, следуя за движением. Повторим все сначала. Пять кумитачи. Теперь мы выполним первое кумитачи. Я объясню. В то время, как я поднимаю меч для удара, противник сближается со мной и наносит удары в грудь. Я делаю шаг назад, чтобы уклониться от его меча, выполняя рубящие движения сверху вниз. Он двигается вперед, шагая левой ногой, и наносит новый удар. Я отступаю назад и парирую его атаку из левой ханми. Он пытается атаковать, переходя в правую ханми. Делая шаг назад из левой ханми в правую, я парирую его атаку. Обратите внимание, что в конце движения мы не оказываемся в ситуации взаимного убийства, что является важнейшим принципом работы с мячом. Повторим еще раз. В середине движения мы перейдем к вариации тай-джитсу. Перед этим я сделаю упреждающее движение, атакуя его запястье. За этой позицией следует техника тайсидори, техника отбирания мяча. Посмотрите вариант отбирания мяча на более ранней стадии движения.
Из этой позиции можно провести отбирание мяча. Второе кумитачи. Я объясню. Здесь атакующий первым поднимает свой меч, а я следую за его движением. Он пытается нанести удар по ноге, я парирую. В то время, как я пытаюсь атаковать его запястье, он защищается, используя движение седьмого субури. Затем я делаю шаг назад, разворачивая бедра, чтобы парировать его удар. Он пытается атаковать меня снова, делая шаг вперед. Я продолжаю отступать и отражаю его меч вниз. Он использует тычковый удар из седьмого субури, и я опять отражаю его. Я парирую его последнюю атаку и контратакую, приводя свой меч в горизонтальное положение перед выполнением решающего удара. А теперь мы покажем вариации. Первые вариации будут основаны на базовой технике кумитачи, а остальные заимствованы из реального боя. Изучив это, вы сможете создавать собственные варианты. В этом уходе основное движение осуществляется при помощи поворота бедер. Из этой позиции можно также выполнить технику отбирания мяча. Из этой позиции возможно выполнение коты гаэши или отбирание мяча. Это настоящее айкидо. Третье кумитачи. Я объясню. Я парирую меч противника и контратакую. Или я определяю его намерение и отклоняю его меч вниз. Например, когда он делает кумитачи по типу первого субури. Я немедленно отхожу и парирую его меч. Когда он снова атакует меня, я парирую, останавливая меч в горизонтальной позиции и наношу решающий удар. Кроме этого, можно попробовать все варианты, которые выполнялись в первом и втором кумитачи. Можно перейти к кошинаге или броску через бедро. Мы снова показываем третье кумитачи. Четвертое кумитачи. Если мы захотим провести это упражнение на короткой дистанции, это скорее всего приведет к травме, так как мы оба двигаемся вперед, проводя ирими, или проникающий тычок. Поэтому при тренировке каждый из нас должен сделать из этой позиции шаг назад. Противник проводит тычок вперед. Я отвечаю ему, выполняя ирими. Если он поднимет плечо при выполнении удара, то может травмировать мне лицо. Поэтому не поднимайте плечо при выполнении этого удара. Я также должен правильно провести тычковый удар ирими ему в грудь. Затем я отклоняю меч противника вниз. Он пытается продолжить атаку тычком, как в седьмом субури. Я контролирую его атаку, как в первом субури. Мы повторяем все сначала. Пятое кумитачи. Я объясню. Соперник делает длинный шаг вперед и атакует. Я делаю шаг вперед влево и поворачиваюсь. Таким образом я эффективно защищаюсь.
Противник атакует, делая шаг вперед правой ногой. Я отступаю назад, блокирую атаку и перехожу к Тейсидоре, отниманию мяча. Строго говоря, в айкидо мы никогда не упираемся мячами. Если противник надавливает мячом, мы поворачиваемся таким образом. Поэтому, когда я приблизился к нему, он делает шаг вправо, пытаясь атаковать мою ногу. Я меняю свою позицию так, чтобы защититься от его атаки. Он хочет атаковать меня в голову. В этот момент я встречаю меч и отражаю его вниз. Существует много вариаций этой прикладной техники. Другая вариация. Еще одна вариация. Все эти вариации выполняются с использованием техники тай-джитсу. Я снова повторяю это кумитачи. А теперь повторяем все кумитачи. Ha ha ha!